Статистика, конечно, наука скупая и неэмоциональная. Однако цифры этого января особенно радуют. Делится с нами начальник городского отдела ЗАГС Зинаида Ляховец. У нас зарегистрировано рождение 101 ребенка, причем 52 девочки зарегистрировано, 49 мальчиков. Ну, так стандартно у нас в городе происходит, что мальчиков всегда рождается больше, чем девочек. Ну, почему нас так радует этот январь? Ну, поскольку деток родилось на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в январе 2023 года отделом ЗАГС Пинского горисполкома было зарегистрировано рождение 89 детей. Это на 12 меньше. Надо отметить, что в 35 семьях пинчан в январе этого года родились первенцы. Знаменательно то, что с начала года уже зарегистрировали две двойни. Такие имена, как Алиса, Анна и Виктория, Артем и Тимофей, лидируют у пинских родителей. Также новорожденных пинчан в январе чаще всего называли Михаилом, Марком, Александром, Дмитрием. Девочек же называли более редкими именами – Авива, Адель, Эмми. Редкие имена среди мальчиков – это Адриан, Доминик и Савелий.